Фактах и замыслах продюсеров и посвящен 124-й годовщине японско-таиландских дипломатических отношений. Компания «Махагаап» представляет. Авторы сценария «Напорн Вартин», Танатат Конгтонг, Танават Тирайяо Вапапонг и Виродж Сукчу. В ролях Сэки Озики, Сарапонг Чатри, Буакав Прамук, Тамарос Джайчуэн и Танавут Касро. Оператор-постановщик Чучарт Нанти Таньятада. Исполнительный продюсер и режиссер Напорн Вартин. Церемония выбора охраны для короля. Пхитсон Нулок Сонг Кве. Меня зовут Ямада Нагамаса. Я японский воин. По воле случая, я оказался здесь. Я храню в своем сердце тайну, которую никому не суждено узнать. И лишь месть освободит меня от этого бремени. Ямада, самурай из Аютии. Все это случилось после того, как король Нарисуан вторгся в Хрэнксавади. Аютия победила в войне, но мир не воцарился. Люди Хрэнксавади то и дело нападали на жителей Аютии. Они несли с собой смерть и разрушение. Вскоре король Нарисуан издал приказ. Главы деревень любой ценой должны были найти негодяев. Предводитель японской армии добровольцев
отправил меня искать преступников. Они были одеты, как воины Хангсавади, но это японцы. Эти мерзавцы нападали на жителей Аютии. Никто не должен узнать об этом предательстве. Приведите мне того, кто в ответе за это, и я выдам его королю Аютии. Пусть он решает, что с ним делать. Будет сделано. Японское поселение в Аютии.
мерзавец. Жаль, что приходится убивать сородича. Мы не знаем, кто это. Мы отправились за железом и увидели, как на него напали. Мы его защитили и принесли сюда. Мы плыли всю ночь и все утро до полудня. Он давно должен был истечь кровью. Я и не думал, что он такой крепкий. Он чужак. Можно ли ему доверять? Я лечу даже животных. Это человек. Как я могу оставить его умирать? Теперь Сасаки узнал, что нападавшие японцы. Мы должны положить всему этому конец. Мне нужен Ямада. Где бы он ни был, найдите его и убейте.
Чампа! Бледнолицый проснулся, он пришел в себя. Воды. Бледнолицый знает наш язык. У тебя лицо как у девушки и волосы длинные, да, Чампа? Катин, поможешь мне набрать трав? Нужно сделать компресс. Раз он пришел в себя, значит, опасность миновала. Да. Где? Где я? Это Пхитсанулок Сонгкве. На этот раз король Нарисуан сам будет наблюдать за церемонией выбора охраны. Это мой ученик. Я пригласил его, чтобы он обучил вас искусству ведения боя и разным хитростям, которые могут вам пригодиться. Но он так молод. Чему он может нас научить? Выслушайте меня. Нашей родине грозит страшная опасность. Вероломные люди Хонгсавади положили глаз на нашу землю. Все мы должны объединиться, чтобы противостоять врагу. Нельзя лишь сидеть, думать и обсуждать проблему. Каждый из вас должен что-то сделать. Рано или поздно все мы все равно умрем. Но смерть смерти рознь. Одна будет весить, как целая гора. Другая окажется невесомой, словно перышко. Теперь каждому из вас есть о чем задуматься. Катин, что ты делаешь? Чампа, это что за штучка? Она отпугивает злых духов и не дает им испортить лекарства. Благодаря ей снадобья становятся священными, и тот, кто их пьет, быстро идет на поправку. Thank you.
Выпей, бледнолицый. Это священное снадобье. Горько, да? Бледнолицый, допивай. Это же лекарство. Оно должно быть горьким. Правда, Катин? Да. Катин? Да, меня зовут Катин. А тебя? Я Мада. Допивай лекарство, Мада-Мада. Его зовут Ямада. А ее зовут Чампа. 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 Вы нашли Ямаду? Нет, господин. Наверное, он уже умер. У него хватило дерзости убить трех японцев. Возможно, его кто-то скрывает. Курода, обыщи всю Аютию и найди того, кто за это ответит. Будет сделано. Где мой меч? Мы считаем, что лунное затмение происходит, когда небесный пес глотает луну. Тебе нечего опасаться. Ты уже восстановил силы? Пока ты здесь, меч тебе ни к чему. В Аютии живут мирные люди. Не знаю, кто твои враги. Но точно могу сказать, пока ты здесь, тебя окружают лишь друзья. Здесь никто не желает тебе зла. Здесь его называют Пракрувадпа. Это он попросил меня позаботиться о тебе. Он выходил тебя. Его все в нашем городе знают. Бледнолицый, как можно не знать нашего монаха? Катин, но откуда чужеземцу знать его? Он же приехал издалека. Но кое-что ты должен узнать. Если бы Кхам и его друзья не спасли тебя и не доставили к нему, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Кхам. Это старший брат Чампы, а я ее племянница. Бледнолицый, ты когда-нибудь пробовал бетель? Бетель? Да. В Аюте все едят орехи и листья бетеля. Зачем? От него зубы становятся крепче. Бледнолицый, попробуй. Это же наверняка очень вкусно. Все взрослые его едят. Давай. Сначала орех,
А теперь лист. А теперь жуй. Жуй, 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 жуй. Кто это там подкрался? А, это ты? Чего ты хочешь? Я пришел сказать спасибо за то, что вы помогли мне, хоть я и чужак. Не стоит благодарности. Сейчас все местные жители думают только о своей стране и о короле Нарусуане. Они готовы защищать его любой ценой. Если он погибнет, погибнет и вся Аютия. Ты понимаешь это? Зачем ты пришел, японец? Хам! Это я! Чего тебе? Спасибо вам за то, что спасли мне жизнь. Пустяки! Ты же нам не враг! Японцы — союзники короля Нарусуана и готовы отдать жизнь за него. Так что я считаю тебя своим другом. Другом? Каждый меч, который я выковал, должен отведать крови наших врагов. Странное дело. Со мной такого раньше не бывало. Здесь, среди чужаков, мне было спокойнее, чем среди своих, которые остались далеко. Меня, чужака, приютили здесь и окружили добротой и заботой. Как будто я был им родным и любимым человеком. Эта дружба, дарованная мне, была подобна живительной воде, которая питает душу и тело. Теперь, благодаря ей, я смогу преодолеть любые невзгоды. Я больше не чувствую одиночества. Я не думал, что дружба может быть так важна, и что однажды она может вырасти в столь огромное чувство. Thank you.
Вкусно? Ойщи. Бледнолицый. Ойщи. Значит, вкусно? Чампа. Это ойщи. И это ойщи. И это тоже ойщи. Ойщи. Истинная дружба рождается, когда мы способны оценить все достоинства человека и можем понять и принять особенности друг друга. И я давно забыл, каково это жить в семье. Но местным жителям удалось снова разжечь во мне это волшебное чувство. Теперь я счастлив, и благодаря своим новым друзьям я чувствую, что смогу противостоять тому злу, которое меня ждет. Я убежден, что судьба свела незнакомцев, чтобы создать между ними нерушимую связь. Я верю в это. И я еще никому не был так привязан, как к этим людям. У меня не было никого ближе и роднее.
Может, скажешь, зачем японцам убивать своих же? Неважно, кто он по происхождению. Важно лишь то, что он хороший человек. Я боюсь, что он навлечет на нас беду. Враги придут за ним. Он нам так ничего и не объяснил. Я не хочу лезть в его дела. Если он захочет, он сам нам все расскажет. И не надо его ни о чем спрашивать. Иногда человек обязан хранить тайну, а если ее раскрыть, это может привести к несчастью. Будь вы на его месте, вы бы заговорили? Но почему его же сородичи хотят его убить? Японцы убивают друг друга. При чем тут вы? Не нужно ничего усложнять. Нас все эти проблемы не касаются. Я уверен, что он славный малый. А вам стоит подумать о более важных вещах. Например, о выборе охраны для короля. Чампа, не переживай. Ты поможешь ему, брат. Все будет хорошо. Ему поможет Пракру. Так мы должны убить его или нет? Нет. Ямада не родился в Аюти. Он там не задержится. Однажды он вернется обратно, и в этот день он погибнет. Эту тайну я унесу с собой в могилу. Я никому не позволю запятнать честь японского народа. Никто не посмеет обвинить их в том, что они предали Аютию. Если держать в себе печальные мысли, они могут ранить, подобно остро заточенному клинку.
Но если не хочешь говорить, не нужно. Когда я решил покинуть Сургуту, где родился и вырос, Япония была раздроблена. Вся страна погрузилась в хаос. Кто бы ни пришел к власти, потерпевших поражение ждала жестокая расправа. Кругом царили беспорядки, а я всего лишь воин одного из феодалов, потерявших могущество. В Японии у меня не осталось родных, у меня больше нет дома. Вот почему я решил остаться в Аюти и начать все заново. Я наемник и сражался за короля Нарисуана. Воин рожден для битвы, и не важно, где он живет. Таков его путь. Войны были и будут всегда. Но хорошо, что у Японии нет внешних врагов. В Аюти все совсем иначе. На нас то и дело нападают люди Хонгсавади. Стать рабом своего врага не просто больно, это страшно. Это страшно унизительно. Уж лучше умереть. Но тебе все равно не понять. Значит, так дерутся в Японии, да? Со своими японскими приемами сможешь победить кого-нибудь из наших? Что все так закончится. Бледнолицый, не дерись с мастером Суа. Тебе не победить.
Бой с ним под силу лишь одному человеку. Что тебе нужно? Я хочу у вас учиться. Прошу, научите меня вашему искусству боя. Ты и так хороший воин. Мне нечему тебя учить. От одного дня с опытным мастером будет больше толку, чем от множества тренировок в одиночку. И с какой стати я должен тебя учить? Это боевое искусство, наследие Аюти. Это наша тайна, наше сокровище и секретное оружие. Оно не предназначено для чужаков, а ты не один из нас. Ты чужеземец, в твоих жилах течет японская кровь. Да. Но теперь я живу в Аюти. И когда я умру, меня похоронят в земле Аюти. Я здесь не родился. Но здесь моя душа найдет вечный покой. Кто научил тебя таким словам? Жители Аюти преподали мне урок. Какой? Теперь я знаю разницу между достойной и бессмысленной смертью. Если человек погибает за страну и за короля Нарисуана, оно того стоит, несмотря ни на что. Теперь мое сердце принадлежит Аюти. В Аюти. Если кто-то хочет чему-то научиться, ему нужен учитель. Теперь и у тебя он появился. Но ты должен сохранять достоинство и использовать наше боевое искусство лишь в крайних случаях для защиты страны и своей жизни. Нельзя сражаться, если в твоей душе нет мира. Иначе ты будешь подобен воину, мастерство которого зависит лишь от остроты клинка. Такому человеку не дано познать путь меча. Наше боевое искусство передается из поколения в поколение еще со времен Сукхотай. Оно предназначено и для защиты, и для нападения. Всего у нас 8 инструментов. 2 руки, 2 ноги, 2 колена,
и два локтя. В каждом красивом движении скрывается сила и напор. В то время как в ваших японских боевых искусствах движения в основном плавные и аккуратные. Вы следите за соперником, ожидая, когда он совершит ошибку. Когда он делает выпад, вы используете энергию его движения и обращаете его силу против него самого. В нужный момент вы хватаете противника и направляете его движение в нужную вам сторону. Если однажды тебе удастся совместить лучшее, что есть в этих боевых искусствах, вскоре ты станешь непобедим. Ты многому научился, японец. Я сам учил его. Поскольку увидел его решимость, в будущем он сможет принести пользу нашей стране. Суа, ты злишься, что я научил драться чужака? Ты в обиде на меня? Нет, ничуть. Уверен, вы все обдумали. Я хочу, чтобы он прошел церемонию отбора охраны для короля. Но он же чужак. Разве так можно? Луанг, послушай. Страну могут любить не только те, кто там родился, но если человек желает быть похороненным в этой земле, это говорит о его искренней преданности. Поверьте, однажды этот японец станет великим воином и в нужный момент поможет Аюти. Это тебе. Это твой меч. Ты его выковал, и он должен принадлежать тебе. У меня есть меч. И где же он? Это меч японца? Да. Он так же остр, как наши? Муэн, ничего-то ты не знаешь. Японские клинки славятся необычайной остротой. Они, как народ Аюти, кажутся мирными и слабыми, но никогда не склоняться перед врагом.
Используй это в бою с врагами. Японец, это прекрасный меч. Клинок японский, а рукоятка из аюти. Прямо как мы с тобой. Иногда на изготовление японского меча уходит вся жизнь. Он так тонок и остр, что можно снести врагу голову, и он не почувствует боли. Сердце воина крепко, как камень, но подобно острию меча. Эти люди показали мне, что друг действительно познается в беде. И я буду хранить память об этом до конца своих дней. Пожалуй, здесь я действительно осознал, что важнее всего в жизни. Я потрясен верностью жителей Аюти королю Нарисуану. И жить среди них для меня огромная честь. Я горжусь тем, что могу учиться у них. Кто такой Танай Люэк? Это личный телохранитель короля, который всегда держится рядом с ним, но при этом никогда не носит оружие. А это значит, что им может стать только очень опытный воин, который превосходно владеет нашим боевым искусством. Он защищает короля голыми руками. Мы выбираем его из воинов Аюти, преданных своей стране и готовых пролить кровь за короля. Понятно. Каждая капля чернил под твоей кожей говорит о важнейших заветах буддизма. Я не просто прокалываю твою кожу. Каждая священная буква будет наставлять тебя на путь добра и истины. Помни, честь и достоинство важнее всего. Когда ты умрешь, память о тебе и твоих добрых делах не умрет вместе с тобой.
Она будет жить вечно. Отныне в тебе течет кровь воина Аютии. Теперь ты стал одним из нас. Всегда помни об этом. Ты рожден не в нашей стране. Однако твоя душа принадлежит Аютии. Отныне ты мой личный телохранитель. Сердце воина должно быть готово к смерти в любой момент. Умрите, если ваша смерть послужит на благо стране и правому делу. Никогда не отступайте. Бейтесь до конца. Чего ты хочешь, Суапамео Сао? Повелитель, король Хонг Савади послал 200 убийц из разных племен, чтобы убить вас. Они уже пересекли нашу границу. В битве с королем Аюти я лишился сына. Мой сын погиб. И после этого у негодяя Нарисуана хватает дерзости вторгаться в земли соседей. Если я не убью его и не отомщу за сына, в сердце моем больше никогда не будет покоя. Я не вынесу этого. Того, кто принесет мне его голову, ждет огромная награда и почести до конца жизни. Он получит все,
Что только пожелает. Отправляйтесь. Да, повелитель. Повелитель, я думаю, они намерены устроить засаду у ручья неподалеку от города Пхитсанулоксонгкве, по дороге в столицу. Прекрасно. Мы примем этот вызов. Терпение, мой повелитель. 200 этих дикарей для наших воинов не преграда. Даже самая высокая гора ниже травы, что растет на ее вершине. Однако мы можем использовать военную хитрость и обратить ситуацию против них. Если мы все сделаем верно, мы сможем захватить их столицу. Суа, у тебя будет 10 воинов против 200 противников. Да, повелитель. И один воин может победить 10 тысяч противников, если сердце его полно отваги и мужества. Помните это. Через 2 дня все будет кончено. Они вернутся и присоединятся к тебе. Я буду ждать 2 дня. И если вы не вернетесь, я приду на помощь. Повелитель, мы готовы защищать вас и Аютию ценой своей жизни. Твой меч отведает крови врагов Аютии, как ты и мечтал. Thank you.
Если бы все воины Аютии были подобны вам, никакой враг не был бы нам страшен. Мы были бы непобедимы. А теперь возьмите по камушку с земли. Храните их при себе. В бою они будут напоминать вам, что это ваша родина и место, где упокоится ваша душа. Здесь испокон веков хоронили ваших предков, и вы должны защитить их наследие ради своих детей и внуков, ради своих потомков, ради всех, кто будет жить после нас. Я благодарен вам за вашу преданность. Спасибо, что так любите меня и свою страну. Мне кажется, будто мы с тобой братья, и в наших жилах течет одна кровь. Давай поклянемся перед лицом Будды и духами этого места быть братьями, и никогда не предавать друг друга. Мы умрем друг за друга. Мы будем неразлучны, как этот японский клинок и аютийская рукоять. Я убью твоих врагов. Ты убьешь врагов Аютии. А небо и земля будут нам свидетелями. Ты клянешься? Клянусь. Тасакан. Зеленым лицом Рама. А это обезьяна
Хануман. Это битва демонов с обезьянами. Понимаешь, бледнолицый? Что тебя тревожит? Когда я здесь, я чувствую лишь покой и счастье. Только в Аюти ко мне относились как к своему. Раньше мне не было страшно. Но теперь я боюсь. Чего ты боишься? Боюсь тебя покидать. В Японии есть легенда о Хагарамо. Когда-то один рыбак полюбил небесную деву, которая спустилась на землю. Пока она купалась, он спрятал ее Хагарамо, одеяние из перьев. Она не смогла вернуться на небеса, и осталась с ним. Но как бы он ни любил ее, ему пришлось вернуть ей одежду, и она покинула его. Им было не суждено остаться вместе. Я должен вернуться к японцам. Зачем тебе это делать? Это Теру-Теру Бозу. Чего? Это кукла, которая приносит хорошую погоду, Катин. Бледнолицый, не уезжай, пожалуйста. Останься. Thank you.
Как дела, Катин? Если ты погибнешь, я буду помнить о твоих злодеяниях. Но если я умру, я унесу тайну с собой в могилу. Если твои руки не обогрены кровью, тебе никогда не достичь величия. Come on.
Кхам! Будь верен королю Нарасуану. Люби Аютию. Пообещай мне. Кхам. 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 Пусть душа твоя покоится в мире. Жители Аютии навсегда запомнят твою отвагу. Ты погиб как герой и вдохновил десятки и сотни отважных душ. Ты можешь гордиться, брат мой. Кхам, я возьму твой меч и буду убивать врагов Аютии, как ты и хотел. Этот камень никогда не позволит мне забыть о главном. Я в этом не сомневаюсь. Аютия — это место, где рождаются и умирают. Настоящие друзья, такие как ты. Отважные воины не мечтают о долгой жизни. Клянусь, я буду защищать эту страну, чего бы мне это ни стоило. Я чуть не погиб от рук сородичей, но судьба привела меня сюда, к друзьям. И не самые высокие горы, не самые широкие моря не смогут стать препятствием на пути нашей дружбы. Здесь я понял, что можно быть братьями, даже если в наших жилах течет кровь разных народов.
Истинная дружба вечна, и в ней все равны. Народы Аютии и Японии всегда будут едины. Я отблагодарю Аютию за гостеприимство и радушие. Пусть это не моя родина, но клянусь, здесь моя душа найдет покой. Ямада Нагамаса верно служил Аютии до правления короля Сонгтама. Он носил высокий чиновничий титул, а позже стал губернатором города Накхонсит Хамарат. Ямада умер в 1633 году, оставшись верным своей клятве. «Это не моя родина, но здесь моя душа найдет покой». Фильм переведен и озвучен компанией «Первый ТВЧ» по заказу Национальной спутниковой компании. 2012 год. จะเดินบนทางจบจนเวลาที่ชีพฉัน